Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Amazing Replay. Сегодня у нас будет новая интересная серия. Также не забывайте ставить лайки. Давайте постараемся на это видео набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте вводить по промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Как вы поняли, я сегодня куплю гелик 4x4 за 25 миллионов. Также сделал на него тюнинг, поэтому смотрите видосик от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и можете писать комментарии, как вам вообще этот гелик, нравится он вам или не нравится. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, вот я добежал до автосалона, получается у меня есть 27 миллионов, я думаю, нам это хватит и на тюнинг, и на машину. Сама машина стоит 25 миллионов, я не знаю, ее либо сегодня добавили, либо вчера, я точно не знаю, потому что я не видел, мне подписчик написал, большое ему за это спасибо, то, что добавили гелик 4x4, 20, пацаны, 5 миллионов, это гелик 4x4 Brabus. Пацаны, я, короче, хотел себе купить еще BMW X5 новую, но ее еще не добавили в автосалон, я не знаю, ее вообще добавят или нет, но я решил купить себе гелик, потому что, ну, он пиздатый, пацаны, ну, гелик 4x4, он реально пиздатый. 20, пацаны, 5 миллионов. Максималка в стоке 170. Ну, щипон будет ехать где-то 200. 210, где-то вот так вот. Так, купить как личный транспорт. Все, покупаем гелик 4x4. 25 миллионов просто ушли. Моментально, давайте сейчас перезайдем. И уже поедем в тюнинг, посмотрим, что с ним вообще можно сделать. Было бы круто, если бы на гелике добавили винилы. Потому что, ну, 25 миллионов, пацаны. Есть как бы Aventador SVJ и есть гелик. Но, как по мне, гелик будет поинтереснее, потому что, ну, он пиздатый просто. Ну, это гелик, пацаны. Гелик всегда пиздатый. Да, у меня есть старый гелик, именно 65-й. Но я решил купить себе гелик 4x4. И, возможно, потом я старый гелик продам. Либо, не знаю, что я с ним сделаю. Мне еще випка завтра кончается. Ну, заебись, короче, да. Я, кстати, в долг деньги взял 25 миллионов, потому что у меня не было денег таких. Я взял, получается, Семена Путбуля в долг 25 миллионов. И в залог ему оставил свою машину Mercedes X-класс на фулбатах с аудиосистемой. И в течение недели я должен ему отдать долг. Ну, конечно же, я постараюсь. Как бы у меня есть сейчас деньги 2,5 миллиона. Плюс у меня еще есть бизнес. Еще рейсики буду катать. Короче, думаю, я им быстренько долг отдам. Бля, ну он, конечно, пиздатый. Вот знаете, что мне больше всего не нравится? То, что здесь нету ебучей запаски. Вот смотрите, на 65-й гелик, допустим, да? 65-й гелик, вот запаска все портит. Не было бы запаски, была бы пушка. Мне этот гелик тоже очень сильно нравится, конечно. Не знаю, может, я его себе оставлю, не буду продавать. Либо можно будет потом номера переставить. Ну, короче, потом решу. Пока что не до этого. Берем гелик 4x4 и едем, короче, в тюнинг. Ой, надеюсь, чип стоит хотя бы не сильно дорого, потому что, как бы, хочется чип поставить. Вот, получается, стоковый гелик, пробег вообще 0 километров. Госка 25 миллионов, целостность 100. Просто стоковый гелик. Ну, бля, он пиздато выглядит, конечно. Смотрите, просто старый гелик, получается, и этот новый. Блять, просто громадина такая, громадина просто едет. Походу, нас пацаны ебали, потому что в стоке он едет 208. Вот, кстати, Семен, как бы. Давайте его потолкнем. Ну что ж, пацаны, это уже получается следующий день. Я затюнил данный гелик, но, к сожалению, я это не записал. Я забыл включить запись, но думаю, ничего страшного. Давайте я вам просто покажу карпас, чтобы вы понимали, что я с ним сделал. Сделал я с ним почти все. Занижение здесь сделать нельзя. Сигнализацию я решил не ставить. Аудиосистему, естественно, я никак не поставлю. Как бы, ну, это разве что с рулетки выбить, но это нереально, мне кажется. Вот цена 25 лямов, целочка хорошая. Пробег на нем вообще маленький. 20 километров пробег всего лишь. Цвет я пока что сделал такой, потому что черный, делать его это сильно банально, пацаны. А вот такой вот бронзовый, изумрудный, не знаю, как он называется. Ну, прикольно смотрится, поэтому я решил, пусть будет так. Кстати, я заметил баг, то, что я поставил чип, он стоил мне там лям 200 или лям 300, и ни хрена не изменилось. Он в стоке 208, и я поставил чип, он также едет 208. Я, честно, не толком не ездил, я вот вчера его купил, затюнил и вышел с игры, пошел гулять. Вот, зашел на следующий день. О, пофиксили, пацаны, пофиксили, чекайте, пофиксили, все, отлично. Пофиксили скорость на него, теперь он едет 240. Вот это, пацаны, заебись. Вот это теперь заебись. Вчера просто он баханный был, он ехал 208 даже с чипом. А сейчас пофиксили, он пиздячит 240.
40. Вот это уже мне нравится, пацаны. Вот это уже пушечка, да, ебать, как он летит просто. На всех парах просто летит. Не, ну такой хороший вагончик, докажите, ну. Вот теперь он мне больше нравится, потому что 208 он ехал как-то вяленько. А сейчас он так пиздует нормально, я вам скажу. И разгончик хороший, и по управлению вроде бы неплохо. Вчера он переворачивался конкретно, а сейчас все с ним хорошо. Давайте остановлюсь, покажу вам капот, багажник, в принципе. Ну, блин, елик, конечно, есть елик, пацаны. Он прикольный, он такой охуенный, брутальный елик просто. 4 на 4, все красиво, все классно выглядит. Давайте посмотрим. Ну, вот, получается, здесь багажничек такой огромный есть. Ну, толком, конечно, здесь ничего нету. И вот, видите, надпись 4 на 4 в квадрате, типа, все дела. 25 лямов позычил, надо сейчас будет работать дальнобойщиком. Ну, еще бизнес, я думаю, будет мне помогать отдавать долг, поэтому все, в принципе, отлично. Но я захотелся елик, потому что, блин, я думал, бэху добавят, X5 новую. Но бэха мне на самом деле больше нравится намного, чем елик. Но, к сожалению, эту бэху либо вообще не добавят, либо добавят рулетку. Давайте его по бездорожью проверим вообще, что он может, как бы. Все-таки это внедорожник, это елик 4 на 4. Вот честно, был бы это елик 6 на 6, я бы его не купил, потому что мне вообще не нравится. А вот елик 4 на 4, он пиздатый. Реально, он высокий, такой брабус еще. Ну, пушка, пацаны, реально пушка. Да, у меня есть старый елик, как вы видели. Но этот, конечно, пизже выглядит намного. Ну, реально он пиздатый. Так, давайте проедемся вообще, посмотрим. Ну, разгончик у него, кстати, хороший. Но вчера я расстроился, когда он забагался, типа, ехал 208 с чипом. Ну, полный привод, в принципе, нормально. Хотя не удивлен то, что он сюда заехал, потому что, чтобы вы понимали, я сюда заезжал на BMW M8. BMW M8 сюда заезжает как нехуй просто. Мне кажется, BMW 8 сюда заезжает даже попроще, чем елик. Но он все-таки все равно неуклюжий, пацаны. Вот, мы едем, видите, как его колбасит просто. Он все-таки как был неуклюжий, так и остался. Ну, только это другой елик, конечно, но... Мне кажется, все елики вот такие неуклюжие, блядь. Просто, блядь. Матрешки, сука, не валяшки, блядь. Просто все елики такие, мне кажется. Просто все. Реально. Что раньше старый елик был такой, что новый елик, блядь. Все такие, блин. Возможно, конечно, это пофиксят, блядь. Но он, конечно, не сильно неустойчивый. Ну, конечно, неприятненько немножко то, что его так колбасит. Но в целом, пацаны, я доволен данным еликом. Хоть что-то новое, хоть какое-то разнообразие, знаете. Буду, короче, копить бабочки, отдавать за этот елик. Возможно, буду еще стримить. Но это я вам не обещаю, потому что, ну, время как бы идет, пацаны. Лето заканчивается. И сидеть за компом... Как бы не особо хочется, думаю, вы сами это понимаете. Я бы хоть каждый день стримил, но лето проебать, пацаны. И так осталось понты просто. Буквально несколько дней осталось, и все, пацаны, лето закончится. Поэтому лучше, как бы, за компом не сидите. Лучше проведите это лето, как бы, нормально, пока оно не закончилось. Кстати, пацаны, кто не знал, у меня есть свой бизнес, получается, 24/7 в Батырево возле автосалона Лада, вот мой бизнес, получается. Я сейчас сюда продукты вожу. Вообще, зачем я вам это рассказываю? Ну, во-первых, чтобы вы закупались, а во-вторых, хочу вам финочку показать, потому что я был в деревне 5 дней, получается, и хотел бы вам показать финку вообще. И сказать вам большое спасибо, потому что я охренел, когда приехал. Ну да, где-то 13 числа я, короче, уехал, финка была 700 тысяч, 500... 600, 400 и 946 тысяч, пацаны. Большое просто вам спасибо, кто у меня закупается. Меня кто не знал, ремки вообще по 3000, поэтому всем советую закупаться именно у меня, потому что, ну, реально дешевые ремки просто, ну, заехал, закупился и поехал дальше просто. Ремочки по 3000, как бы, я сам у себя закупаюсь. Всегда ремки у меня по 3000 стоят, я никогда цену не меняю, пацаны. Как бы это и недорого, и не дешево, поэтому всем советую закупаться именно у меня. А кто уже у меня закупается, вам реально большое спасибо, потому что, ну, финка меня очень радует, вы мне сильно помогаете, серьезно, сильно помогаете, поэтому всем большое спасибо, кто закупается в моем бизнесе.